Все, разобрался. Да? Да. Окей. Так. Это ты? Да. У тебя все буквы А, что ли? Да. Я тебя... Окей. Чтобы никто не догадался. А я даже не знал, что можно выбирать себе никнейм. Да. Мне предложили выбрать, я согласилась. А, да? Да. Ну что, тогда нажимай готово. На букву И английскую. Такая, как палочка обычно. И там готово. Окей. Все. Погнали. Сейчас должна запуститься, как я понял, не? Да, вот все. Сейчас посмотрим, что это из себя представляет игра. Я вот в Deluxe пока не бегал. А что тут с резкостью мышки? Так, где тут меняется резкость? Ой, теперь можно звук выбрать. Мне бы резкость мышки изменить. Я в каком-то лабиринте. Да, я тоже. А чё, какая цель? Какая задача? Выбраться с этих мест. Головоломки решать, там все в этом духе, чтобы выбраться. Мне только вопрос, а как мне изменить резкость мышки? У меня плюсик на мышке. Тебя не знаю, что. Не, у меня как бы, я могу DPI поставить выше, но... Ладно, пофиг, разберемся позже. Так, куда это я зашел? Здрасте. О, привет. А что ты тут делаешь? Надо что-то в той комнате сделать. А вот что? И как туда вернуться? А здесь что-то нажимается? Да, только на дверях. Ты нажал что-то? Да, я в дверь вышел. А ты? У меня есть комната выкинула, я опять в лабиринте. А, ну это хорошо. По стрелкам иди просто. По черным. Какие стрелки? Только осторожно, сиреноголовый здесь. Че ты видишь? Да я недалеко от него. Вот же где он? Бля! Я нашел его. Кого? Сиреноголового. Это кто? Ты никогда не слышал про сиреноголового? Нет. А должна была? Ну... О! Нашла его, а да? Их нет еще. О, привет. А ты где? Ну, наверное, сбоку где-то. Я тебя не вижу, не слышу. Зато я тебя вижу. Каким образом? Сзади посмотри. О, здравствуйте. Куда ты побежала? Нам в другую сторону. Вроде бы как. Вот вижу стрелочку. Это серая. Это не то. А чё там чёрное? Вот там чёрное. Смотри. Сейчас, секунду, добегу до себя. А, ты сиреноголового увидел? Нет. А ты? Ну, я бы не хотел бы с ним встречаться, он где-то здесь ходит. Убили кое-кого, да? Ой, а как он так? А как к нему бежать? Ну никак. Просто бегать от него. А он не убил. Как тогда догнал, я не понимаю как. Он когда рядом с тобой, то да, все. А, подожди, мы что, все умираем? Я не знаю. Подожди-ка. От этого сложно что-то выросло. Я-то, в принципе, понял, куда бежать.
Я нет. По черным стрелкам беги, именно по черным, а не по серым. Я вообще никаких не вижу. Зато я другана встретил. А, все, ты завис? Мне так обидно за него. Чего? Так. Ну, потому что он завис. Я, в принципе, понял, куда идти. Я первую дверь нашел. Только вот я не знаю, ты пройдешь или нет. Ты слышишь его? Нет. Ладно, я думаю, если я войду в дверь, ты тоже со мной войдешь. Загрузочка пошла? Да. Ну, все. Первый уровень мы как вот сейчас начинаем. Так, тут есть записочка. Find a way get at the top floor. Найдите выход, к, чтобы получить лучший пол или уровень. Ну, скорее всего. Ну, тут этаж. Должны кто-то быть. А, я понял. Нам нужен фонарик, как я понял, найти. Опять по стрелочкам бежать? Не-не, тут стрелочек не должно быть. А будет на полу же. В смысле? А, это ну другое, вот. это другое. Это машинам специально показали. А, дорожная. Блин, как от него сбежать? Меня догнал. Да? Да. Да, нет. Я успел выбежать. А, ты успел, умничка. Ой, не иди туда, не иди назад. К улыбкам вообще не смей подходить. Блин. Кто это? Я только не знаю, куда нам. К дверям, что ли? Каким? Вот к таким, я не знаю. О, здорово, друган. Меня поймал. Как ты тут убегаешь? Я не знаю, я просто бегу. Надо бы, короче, во все двери тыкаться. Ты иди в левую сторону, я в правую. Хорошо. Нет. Если что, по квадратикам желтеньким наверху увидишь двери. Так я делаю, вообще-то ничего не находится. Так, эта дверь не дергается. А как дергать? На Е. А, не, на левую кнопку мышки. А, ну, да? Все, нам теперь наверх. Не другану там проверять, второй этаж. Там ты все проверила, да? Да, я не то нажимала. Угу. Это фейк. Беги. Просто беги на shift. На shift, я бегу. А куда бежать? Я на второй. А мне куда?
Также попробую кругля навернуть и бежать от него. Хорошо. Ну что, серьезно? Блин, он идет сюда. Угу. Я даже не знаю, куда бежать. А, вижу впереди, не? Нет. Просто дверь. Там все проверяло, да? Да нет. Нашел. Умничка. Все. А там дверь сразу показана, как она выглядит. Так, первый уровень пройден. Так. Пол либо смешно. Пойдем туда. А что с яркостью, кстати? Можно ли гамму увеличить? Нет, да нет, да? Ну ладно. Идем? Ты идешь? А ты где? Так я прямо бегу. Вижу. Свет плохой. Угу. Ужасно, я бы сказал бы. Где мне то попроще? Ну да. Так, вижу дверку. Ну, вышли до уровня 2. Наверх или вниз? Я просто прямо, а ты где? Я вообще в какой-то штуке не понятно. Ты где-то в бассейнах, да? Где-то, да. Я так же просто. Но я тебя не вижу. Я уже внизу. Какие-то круги странные. Я видела эту игру на стримах. Ну их видишь, их много очень. А, все, ищи вентили. Я тебя нашла. Какие вентили? Ну вот здесь записка, они просто увидишь. Круглые такие. Сейчас. Тут по записке можно понять. Просто один вентиль я уже покрутил. А, он вот через стенку прям просветился. А, ого. Но видно, я его мимо пробежался, и чтобы долго не искать. Вижу еще один вентиль. Но он далеко находится. И они через стенки показаны, что? Да. Они желтым светятся, их можно заметить. Как из бассейна выйти? Ну, вентили крутить. А, нашла лестницу. Так. Вижу еще один. А что у меня? Все, пошло. Я через стенки их вижу просто спокойно. Вот еще один. А-а-а! Они через стенки светятся. Вижу еще один. Да это даже не сложно. Я не понимаю. А, пошла. Видишь, тоже через стенки, да?
Да, не нашла. А он наверху сейчас. Ну где большие горки винтовые? Такое огромное помещение. Там, где вот только что крутил, только назад тебе вернуться надо. Откуда ты выбегала? Да я сейчас тут. Где? Только я ничего не вижу. Там, Где? где я выбегала. А, не, не там. Где-то в другом месте. Помнишь, где я вентиль крутил? Да. Выйди в одну из дверей. Там такое огромное помещение с бассейном и винтовыми горками. Не, я, наверное, там, где я была. Да, я точно там, где я вышла. Не там, где ты вышла, а там, где я Да, выходила. да, да. Вот я тут. Не вижу тебя. А, значит, ты не там меня нашел. Попробуй в другую дверь выйти. Там, где Окей. вентиль крутил. Ну, самый первый? Ну да, где? А, Огромное это такое легко. помещение. Да, сейчас это легко. Как ты их находишь? Я понятия не имею. А, вот, вижу вентиль. Да, я уже возле этого бассейна первого. Такого огромного, да? Да. А где именно ты? Первый вентиль, где записка. А, вот теперь иди налево. И помнишь, где я там вентиль крутил? Там в Да. такой лестнице две, и как раз в воде он был, помнишь? Нет. Короче, налево иди, там будет такой переулочек. С лестницей? И бассейном, типа? Да, да, ты увидишь, там такой переулочек. Вот я наверху. И вот вентиль, видишь его? Да. Вот. Вот так я их нахожу. Где Что-то вентиль? произошло. Ну, что-то случилось, он сказал. Ты вообще не понимаешь, что я делаю, да? Да! Понимаю. Какие-то вентили я ищу. О, я эту хрень нашла. А что здесь? Попить нельзя? Нельзя нет, попить. Нет. А жалко. Только так. Воду разбрызгала. Легко. А это что? Я зачем-то взяла вот эту штуку. И вторую взяла зачем-то. Папочки не берутся. А что ты взяла? Вот здесь какие-то бутылки лежали. Ага, Я значит... что-то на компе наклацала. Что наклацала, не спрашивала. Угу. Так, значит, что-то надо искать. А вот это не здесь продумали не будет люди. Монстров. Зацени. Здесь монстров не будет? А ты где? Я не знаю. Вот я сзади. Люди тут... Да, могут быть. Так что осторожно. Люди не продумали. Часы. Ага. Загробный мир. Дверка открылась. Куда это мы? Меня спрашиваешь? Ты думаешь, ты в этой игре все знаешь? Я на какое-то шоссе. Я тут тоже. Нам в четвертую надо возвращаться. Четвертую? Я вот тут. Где я? Мы отсюда, как я понял. Нет. Всем подряд тыкать? Я первую нашла. Не работает. Я и связи не понимаю. Четвертая нашла. Ну, что-то не хочет. Третья. Третья работает. А, туда. Вот 37-я открылась. Нет, третья открылась. Только меня туда не пускают. Почему? Третья закрыта же, нет? Четвертая уже открылась. И в четвертую не пускают. У меня закрыты они. 37-я открылась. И туда пускают. Да. Мы только что там были, туда... вроде бы. Такое ощущение, будто мы попали в чей-то кошмар. Есть такое, да.
Люди, не курите траву, пожалуйста. Потому что потом я с ума схожу. Вот Я таких это к игр. разрабам. Разрабы, Это, не да. курите траву. Так, у меня вопрос вообще, где я, что я и когда я? Здорово. Винтовая лестница куда-то. Пойдем. В черные места лучше не ходить никогда. Почему? В этой игре я его уже выяснил. Ну, Почему? в большинстве таких игр там всегда плохо. А здесь вообще ничего интересного нет. А я там родилась. А, уже все было уже там, да? Да. Ну ладно. Если ты пойдешь сейчас налево, то ты встретишь свой первый краник. А, тут все заново Вот. теперь надо. Ну, я Думаешь? приблизительно запомнил, где они были, так что. Да, они повторяются, вот. Что происходит с игрой? Понятия не имею. Ты тоже сейчас ходить как будто не можешь нормально, да? Не, Ну, нормально. у меня почему-то как будто, знаешь, в стенку я врезаюсь. А сейчас? Ну, сейчас, в принципе, нормально. Крути там вентиль. Где ты его тут нашел? Ну, внизу там висит. Где? Ты что, не видишь вентиля? Нет. Я вижу, вот он подсвечивается. Ты меня пугаешь. Где он? Ну вот он наверху здесь. Ты ёперный театр, ты будешь идти? То я? Не-не, это... моему персонажу, я что-то не понял. Идет? А, я когда перебираюсь через лестницу, то ты идти не можешь. И где винтик? Я его не вижу. Ну вот на полу, вот. Где? На полу. Куда я пропала? Да не было там ничего. Так, что ты тут подбирал-то? Вот эти баллоны взяла, смотри, вот эти. Сейчас, секунду. Дверь разблокирована. А, все, я понял. Дверь где-то разблокирована. А, вот дверка открылась, нам сюда. Ее изначально не было открытой она. Так, и что здесь? Ну ладно. Четвертая камера пройдена. Отель. Окей. Красиво. Да. Пожалуйста, только без монстров, ладно? Это не ко мне. Лифт! Поехали. Не, не хочет. Не хочет. Не-не-не. Это нам лишь наверх. Что-то я не понял, вот я уже там был. Так. Опять монстр.
Окей. Он тебя убил? А ты где? Убежала от него. Ну ладно. А я его слышу. Это так должно быть? Да. Значит, что он где-то рядом с тобой. Как я залез в прошлый раз сюда? Я вас понял. Ой. Ты умерла? Нет, он ко мне бежит. Беги просто. Нет, я могу. Я даже слышу, как ты от него убегаешь. Да я первый театр не на меня же. Нашла, куда бежать. Да, он со мной бежит. Успокойся. Я его отвлекаю, а ты что-то делаешь. Он вообще завис. Я не могу тупо выйти. Все, он за мной побежал. Все, он за мной. Осторожно, я иду через минуты две туда, где была. Я понял, я просто бегу за вами. Ни одна дверь не открывается. Я его вижу. Зато я его вижу. Turn the paint. Чего? Тут что-то надо найти. Он ушел, можешь не бежать. А, я обманул да, тебя. Да. Тут что-то надо найти. Чего? Он здесь. Что-то произошло. Он побежал вообще непонятно куда. Обратно, обратно. Я тут что-то сделал. Что? Я не знаю, что-то... Картины! Понял, а что надо картины искать. Их перевернуть или что с ними делать? Да, которые висят. Не выше потолка. Ну, короче, просто которые их, как. Их ровно ставить или криво? Криво. Ага, не поняла. Ровно изначально. Все, теперь я понял, что надо делать. Ты его видишь? Зато я его вижу. Ну, я теперь понял. Надо картины просто переворачивать. На это и намекает. Все остальное. Я, видно, случайно задел. Все, что-то где-то, как я вам понял, произошло. Я была... Я в той номере, где ты был, попереворачивала картины. Всё. Есть еще одну перевернула. Еще одну перевернула. Туда лучше не бежать. Тут... Здесь он. Должна что вот картины надо искать. Все. Ну, главное, уже понимаем, что надо. Да, а ты в номере перевернул картинки? Потому что я да. Я не переворачивал их там. Ага, окей.
Ага. Я не знаю, что там и сделали. Обратно, туда, да-да-да. Угу. Может, что-то где-то открылось? Понятия не имею, честно говоря. Я его не слышу. Я его слышу, но не вижу. Возле меня нет. Он где-то там. Да что ты говоришь? Я нажал его, не волнуйся. Понятно, куда бежать? Я его не вижу. Он здесь. Знаю. Чел, ну давай, ну не надо. Здорово. Да-да-да-да-да, он за мной. Но я больше не видел. Нашла. Да? Что, мне что-то там написали. I think и что-то там. Угу. Что-то понять, что дальше делать. Лифт открылся. Или он был открыт, я хз. На втором? Нет, он был закрыт. Значит, он открылся, и я в него зайти почему-то не могу. Ну и ладно, он закрыт. Не надо. На. Теперь все должно. Да, вот теперь лифт открылся, можем заходить. Сейчас я покурей за гору как-то. А, уровень 5 пройден. Зачем продаю? Ты за что? Какие-то картины поперворачивали. Я тебе так скажу, там еще уровней будет много, и будет и весело, надеюсь. Пока что-то нет, ничего интересного такого. Ладно, беру свои слова назад. Выглядит круто. Ты что там? Я понятия не имею, где. В какой-то комнате. Ничего не клацается. О, еще один загрузила. А, вот эти штуки нажимать надо, я так понимаю. А, да, смотри, их надо вот запустить. Я не понял, какие ты включала, вот эти? Те, которые светятся, те, значит, включены. А те, которые не светятся, те не включены. Ага, ну давай я наверх поднимусь. Пробуй. Вижу еще. Вот как раз два оставшиеся. Готово. Шикарно. Ну, готово. Что-то звук открывания нету, да? А мне открылся, да. Не, он-то открылся, но звука нету почему-то. Что за обои? Уровень 6 пройден. Да, что-то пока непонятно. Он какой-то подводный, что ли? Понял. А что здесь надо делать?
Понятия не имею. Здорово. Здравствуйте. Что-то пока не врубаюсь. Телек какой-то. Уточка. Я не могу. А, все равно могу. Что там сделала? Ничего. Застряла. Уже все нормально. Ну, Уточка да. не нажимается. Ничего не нажимается. Я вот этот диван не увидела. Шла типа мимо. Он с полом слился мне. Здесь пока вообще непонятно. Хоть бы записочку одну оставили бы, да? И все подряд классно, на всякий. Ты на втором этаже был? Был, но там ничего я не увидел. Здесь вообще ничего не видно. Главное, что монстров нет, а так то ерунда. А то опять не мансить. Ой, я что-то открыл. Что ты открыл? Ты что, тыком просто нашел, да? Ну, я понял. Там ничего не интересного. А, тоже так же генератор надо искать. Ага. Попробуй их здесь найти, конечно. О, боги. Ой, это чердак. Странный, со стульчиком. Угу. Тут есть еще выше. Ну, туда не пускают. Реально не пускают. Надо. Могли бы упустить. Конечно, могли бы. А, и что там? Там тоже скучно все. Хочешь вниз упасть? Хочу. Давай. Ой, упала. Серьезно? Даже не разбились. Вот вижу опять что-то. Вот то, что подсвечивается. Угу. Я не знаю, что произошло. Мы прошли 19 уровень. Серьезно? Интересно, да. Только не монстры, пожалуйста. Не хочу монстров. Не волнуйся, здесь просто улыбки будут. Ой, блядь. Ну нахер. Вентили мне надо там искать. Мне какая-то там хрень улыбалась в люке. Знаю. Чё это такое? Это улыбочка. А что она делает? Убивает. Как? Просто убивает.
три штуки. О, отсюда так хорошо их видно. Вот один, второй, третий, да. А как, а какую сторону спустить надо? Ты не знаешь? Да, нет. Их просто, я знаю, крутить надо. Так, я что-то не понял. Ну, привет. Нет. Я вообще не знаю, куда идти. Что-то я пока вообще не понимаю. Здесь даже подсказки нету. У тебя идея есть? Ну так неинтересно. Может, пока закончим, потом поиграем? Как думаешь? Я не против. Девятнадцатый Мозги уже уровень. не, ну, как бы, не варят Да. сейчас, да? Это покруче. О, я последний, походу, докрутила. Или ты? Я вообще не понял, что происходит. Значит, я покрутила. 34-й уровень. Что за аэропорт? Но мы прошли только что, это сейчас другой уровень. Куда нам идти? Зачем? Не знаю. Опять какие-то аномалии захочет. Какой-то автобан, не понимаю. Что мы тут делаем? Эбис, Мисти Авеню, три шестерки. Я вообще убежала. Ну ты смотри тогда там, я пойду дальше просто.
Да, давай. Что-нибудь там интересное нашла? Нет. Вообще ничего не нашла. Блин! Где? Что это было? Что произошло? Я знаю этот уровень. Что это? Что это? Здесь надо тихо быть. В каком плане? В прямом. Молчать? А здесь на карачках надо топать. А на карачках это что? На контроле. И близко к ней не подходи. Окей. Че, что, просто бежать надо? Ты на контроле была? Да. Ладно. Просто я не понял. Побежали просто. Как надо. У меня игра почему-то зависает. Я не могу бежать. Она прям на месте. Сейчас должно исправиться это. Как будто идти не можешь дальше. Возьми здесь попить. О, фонарик у нас все время был. А как его включить? На три. Ржу. Серьезно? Что у нас в управлении-то есть еще? Ну да, фонарик на три. А, инвентарь открыть на тап. А, это другое, это не инвентарь. Ладно. Так, тут монстры. Да? Да, не делаем. О, прям со стоп. Ты прошел? По, за на столами контр? Просто идти. На контре или нет? Не, я просто прошел сзади них. Нашел ключик. Вот сзади них надо проходить. Не близко только главное. Угу. Окей. Так, видно, я не все ключи нашел. Будь там пока. Доброе. Хорошо. Да не, я тут ничего не вижу, там дверь не открывается. Ручку только дергает.
Ну, ключ я взял. Еще не открывается. Ну, я другой ключ брал. Может, другую дверь надо? Нет, только одна, самое смешное. А, ну ладно. Ёперный театр. Бля, я на голову воду. Не именно меня. Я пока не понял, может, багануло что-то? Я понятия не имею. Короче, может, закончим все-таки? Завтра Давай. Подумаем. А то это ужас.